новостям культуры. В рамках музыкального фестиваля всемирно известного пианиста Дениса Мацуева юные дарования со всей России путешествуют с концертами. Одной из площадок для выступлений стала Мурманская областная филармония. Кристина Харатова расскажет. Юному Льву Бакирову всего 12 лет, однако с концертами он объездил почти всю страну. Благодаря своему таланту и усидчивости, молодой человек ежедневно все свободное время посвящает репетициям. В Мурманск в рамках фестиваля Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Лев приехал впервые. Мне нравится дарить людям радость, музыку, впечатления. Половину России уже объездил Денис Леонидович. Да я уже где только не был. Фестиваль Дениса Мацуева объединяет на сцене музыкантов разных возрастов. Мурманской публике представили новое поколение российской исполнительской школы. Они уже звезды, лауреаты множества конкурсов и выступают в именитых концертных залах страны и мира. Одна из них – Варвара Кутузова, стипендиат фондов Владимира Спивакова и «Новые имена». Я вовлечена в классику с самого детства. И на самом деле на данный момент я могу сказать, что в моих ушах тоже, когда в повседневной жизни звучит только классика, так как она разнообразна, многогранна. Я бы сказала, что это непростая музыка, но я нахожу новые краски, и, например, я очень люблю стиль барокко, и сама хочу сыграть очень много барочной музыки. Помимо этих артистов, на сцене Мурманской филармонии выступили еще два молодых дарования. Все они высоко оценили красоту и профессиональный уровень нашего учреждения, а зритель – уровень их выступления. Сегодня у нас с вами уникальная будет возможность посмотреть будущих Мацуевых, Луганских, Спиваковых и так далее. То есть это очень важно и интересно, и действительно диалог поколений, потому что сегодня мы с вами услышим новых вундеркиндов. На сцену областной филармонии выйдет и сам маэстро Денис Мацуев. Но подробности концерта всемирно известного артиста вы узнаете в следующем выпуске новостей.